Всем привет! Меня зовут Алекс, это канал Alex Kinder Toys. И сегодня у нас очередной тематический микс. И он посвящен персонажам популярного мультфильма My Little Pony. Я подобрал различные сюрпризы. Свитбоксы, пластиковые сердечки, шоколадные яйца и пакетики. Ну что, давайте быстрее посмотрим, какие пони нам попадутся. И начнем мы с шоколадных яиц. Кто же нам попадется первым? Это Rainbow Dash. Теперь давайте посмотрим вкладыш. Серия My Little Pony в шоколадных яйцах состоит из 6 фигурок. Маленькая радужная пони. Качество у фигурки довольно неплохое. Походу в этих шоколадных яйцах обновили игрушки. Старая серия выглядела вот так вот. И вот пример игрушки. Ну что, давайте откроем еще одно такое яйцо. Какая же пони будет здесь? И здесь нам попалась Флаттершай. Прикольно. О, как раз нам попалась старая серия. Она состояла из 7 фигурок. Желтая крылатая поняшка Флаттершай. С пышной розовой гривой и хвостом. Теперь давайте открывать вот такие пластиковые сердечки. Ух ты, вылетело как. Так, здесь у нас Дрожже. И игрушка. И это Луна. Здесь, кстати, точно такие же игрушки, как и в шоколадных яйцах. Резиновая фигурка пони по имени Луна. Стоит на зеленой подставке. Крылышки у нее гнутся. У меня уже есть такая в коллекции. Давайте откроем следующее сердечко. Что же нам тут попадется? Дрожже опять. И игрушка. Так, кто у нас тут? Это новая фигурка, Applejack. Оранжевая пони Applejack. С прикольной прической. Из старой серии шоколадных яиц My Little Pony я собрал уже 4 фигурки. Осталось найти еще 3. Теперь давайте открывать коробочки от свитбокса. Какие пони ждут нас тут? Вкусный мармелад с фруктовым соком и игрушка в пакетике. Так, давайте вначале посмотрим вкладыш. Серия свитбокса My Little Pony состоит из 8 фигурок. И мне попалась Рерити. Заботливая Рерити любит давать подружкам советы о новинках моды и прическах для пони. Белоснежная пони Рерити с фиолетовой гривой и хвостом. У нее прикольная прическа. Фигурка качественная, выполнена хорошо. По сравнению с поняшками из шоколадных яиц, фигурки из свитбокса выглядят очень крупными. Давайте откроем другую коробочку. Так, не падай. Что же нам тут попадется? Надеюсь, новая фигурка.
Да, такой у меня нету. Это Rainbow Dash. Rainbow Dash – очень смелая, целеустремленная пони. И это вторая радужная пони в нашем сегодняшнем выпуске. Она сидит, расправив крылышки, и улыбается. Эта фигурка мне больше всех нравится. Правда ведь она прикольная. В серии My Little Pony от Sweetbox я собрал уже 4 фигурки, и это половина коллекции. Теперь давайте откроем вот такой пакетик с шипучкой. Здесь у нас 2 шипелки. Что-то же должно быть. И вот такая наклейка, на которой изображена Twilight Sparkle. И последний на сегодня сюрприз – это пакетик My Little Pony. И тут у нас очень большая коллекция пони, целых 24. И мне попался Lucky Clover. Фоновый персонаж мультфильма Lucky Clover. Это земной пони серебристого окраса. Здесь он прозрачный. Из этой коллекции мне еще попадалась Fluttershy. Вот такие классные пони мне сегодня попались. И всего лишь один повтор. Как я уже и говорил, больше всего мне понравилось Rainbow Dash из Sweetbox. А вы любите пони? И какая ваша любимая? Напишите в комментариях. Всем пока! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Ну а я пойду попью чайку со сладостями.